сработали по-крупному. Российский госнаркоконтроль вместе со спецслужбами США и Афганистана устроили рейд в афганской провинции Бадахшан. Добыча силовиков просто астрономическая. У наркоторговцев удалось изъять 180 килограммов героина, 1,5 тонны морфия, чуть меньше опия и около 2 тонн семян опиумного мака. Всего было раскрыто и уничтожено 6 подпольных лабораторий вместе с оборудованием. Как отметила пресс-служба российского ФСКН, в операции было задействовано 70 сотрудников наркополиции Афганистана и 4 вертолета. Сами афганцы сказали, без информации Федеральной службы по контролю за наркотиками эта операция была бы невозможна, потому что это была наша информация. Это наши были информация о GPS-координатах, месте нахождения этих лабораторий. И это позволило провести вот эту операцию. Производственные мощности только 6 лабораторий в Бадахшане позволяют им продуцировать 70 тонн героина ежегодно. Эпицентр информации о событиях в странах СНГ на мультимедийном портале Мир24.ТВ. Программа «Союзники» выходит в эфир по понедельникам в 19:40. Не опаздывайте.